Гарантийный фонд Башкортостана докапитализирует на 100 миллионов рублей. Таким образом, его объем составит 700 миллионов. Об этом на заседании правительства республики заявил председатель Госкомитета по предпринимательству Нияз Фазылов. Это позволит увеличить размер выдаваемого поручительства по одному договору до 50 миллионов рублей, а максимальный размер льготного финансирования до 100 миллионов. Кроме того, на получение данного вида господдержки наряду с малым и средним предпринимательством смогут претендовать и самозанятые. Комиссия за предоставление поручительства составляет от 0,5 до 1,5% годовых. Максимальный размер предоставляемого поручительства на одного заемщика составляет 90 миллионов рублей. По состоянию на 1 июля 2021 года размер гарантийного фонда составил 598 миллионов рублей. Действует 251 договор поручительства на общую сумму 1 миллиард 900 миллионов рублей. Данная поддержка позволила субъекту малого и среднего предпринимательства привлечь кредитных средств на сумму 4,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день максимальный размер поручительства по кредитам и займам по одному договору составляет 25 миллионов рублей. Наконец, с первого полугодия размер гарантийного фонда составлял почти 600 миллионов. Напомню, в республике гарантийная поддержка малого и среднего предпринимательства к заемному финансированию осуществляется 14 лет подряд. В прошлом году в рейтинге центров «Мой бизнес» республика заняла второе место в направлении «Лучшая гарантийная поддержка».